Баббагр Велисласис, Андрейс Упиц, Райнис. Эти имена, по крайней мере, по корешкам книг знает часть людей старшего поколения и примкнувших к ним шепилов. Но считать, что латышская литература исчерпывается ими, все равно, что считать, будто украинская литература исчерпывается Иваном Франко и Олесем Гончаром, а русская Пушкиным и Шолоховым. Не зная ничего о той или иной национальной культуре, мы склонны считать по умолчанию, что и культуры-то никакой нет, раз мы о ней ничего не знаем. Ну, правда, все знают, что существует литература немецкая, французская, английская, даже американская. Хотя и не сразу, и не все сходу выжмут из себя что-нибудь больше, чем Шекспир, Дюма, Ремарк или Марк Твен. А как насчет писателей и писательниц, скажем, словацких, чешских, финских, австрийских, польских, греческих? Сколько людей, окончивших школу и даже получивших так называемое высшее образование, смогут сходу назвать по 2-3 имени из каждой из приведенных культур? А если вспомнить про Австралию, Египет, Чили или Канаду? И заметьте, великими считаются литературы преимущественно тех стран, которые являются так называемыми историческими нациями. причем не только были ими, но и остаются таковыми: Нациями, развязывавшими войны, превращающими в колонии всех до кого способны дотянуться, пока этим высоким цивилизаторским устремлением не помешают другие тоже исторические нации. Великие исторические свершения Португалии или Австро-Венгрии остались в прошлом. Соцреализм и порнография победили декаданс и эротику. Так давайте переведем во второстепенных Боротынского на фоне Пушкина, Гельдерлина на фоне Гёте, Чурлёниса на фоне Скрябина или Равеля, Сати на фоне шестерки, а из самой шестерки выбросим Луи Дюре и Жермен Тайфер, просто на том основании, что ребята, прямо, кто о них слышал?» А если и слышал, то кто слушал? Историческим нациям еще сравнительно повезло. Сойдя с исторической авансцены, они заняли гораздо более удобные места в зрительском зале. А вот как быть с теми нациями, у которых не было или почти не было опыта самостоятельной государственной жизни? Вот потому здесь процветают конъюнктурщина и вкусовщина, социальный заказ и образованщина, семиметровые полотные, четырехтомные эпопеи под звуки шлягеров Чайковского и Ultima Ratio Regnum, историю пишут победители, причем в том числе и историю литературы. Из 119 лауреатов Нобелевской премии 102 – это мужчины, и лишь 17 – женщины. Кавка, Джойс, Франсуаза Саган, Марсель Пруст, Симона де Бувар, Стефан Жеромский, Ремарк, Толстой, Булгаков, Оруэлл, Набоков. И только ли они? Имена, без которых невозможно представить себе литературу, культуру 20 века. Но никто из них не был удостоен Нобелевской премии. И сколько лауреатов было успешно забыто спустя всего несколько десятилетий после их восхождения на этот литературный Олимп. Дело не в званиях, не в регалиях и даже не в тиражах. И совсем не обязательно в том, чтобы то, что написал автор, было совершенно знакомо и понятно читателю. Может, и в этом тоже есть смысл? Показать нечто, что отличается от моего, от привычного, от легко узнаваемого. Иной взгляд на мир, иное видение себя в этом мире. Неизвестное либо пугает, либо оставляет равнодушным. И наоборот, даже небольшое знакомство пробуждает интерес, внимание, уважение и любовь. Одним словом, я не вижу смысла в дальнейших предисловиях и просто назову сегодняшнего автора. Айварс Клавис латышский писатель и журналист, родился 17 июля 1953 года в городе Рига, на русский не переводится, в семье рабочих, как было принято говорить в советские времена. Школу закончил в 1971-м, но, кажется, еще, будучи школьником, работал в студии Рижского цирка, где занимался детской программой, а уже после окончания школы, в Латвийском радиотелевизионном центре. В течение 10 лет, с 1975 по 1985 годы, он работал в журнале «Лисма», «Ли то есть «Пламя», в том числе в качестве ответственного редактора. В 1981 Клявис окончил Латвийский государственный университет, носивший тогда имя Петериса Стучки по кафедре журналистики филологического факультета. Петерис Стучка, конечно же, является фигурой неоднозначной. Родившийся в 1865 году, Петерис – активный участник социал-демократического движения, в том числе движения Яуна Страва, новое течение, сыгравшего огромную роль в национальном латышском пробуждении. Вместе с великим латышским писателем и поэтом Райнисом Петер Стучка был редактором социал-демократической газеты Дейна Слапа, ежедневный листок. Но в 1897 и Стучка, и Райнис были арестованы, сидели в тюрьмах, затем отправлены в ссылку в Псков, в Вятскую губернию, в поселок Слободской. За Райнисом в ссылку последовала и его жена, знаменитая латышская поэтесса Аспазия, а за Стучкой его жена Дора, урожденная Плекшены тоже активная участница социал-демократического движения, тоже член редколлегии газеты Дейна Слапа, переводчица трудов Августа Бебеля, Фридриха Энгельса, да, Дора Плекшена, младшая сестра Яниса Плекшена, которого мы лучше знаем под именем Райнис. Стучка с 1907 года жил в Петербурге, где всецело посвятил себя работе в Российской социал-демократической рабочей партии. После большевистского переворота 25 октября 1917 года он заместитель наркома иностранных дел, сначала Троцкого, а потом Чечерина. С 17 декабря 1918 года по 13 января 1920, то есть чуть больше года, Стучка – председатель правительства так называемой Латвийской Социалистической Советской Республики. Марионеточного просоветского псевдогосударства, которое на протяжении года своего нелегкого существования контролировало лишь часть территории современной Латвии. Военные действия на территории Латвии, в которых принимали участие большевистские войска, войска независимой Латвийской Республики. Польши, Эстонии, Германии закончились подписанием Рижского мирного договора 11 августа 1920 года, по которому правительство РСФСР, цитирую, признает безоговорочно независимость самостоятельность и суверенность латвийского государства и отказывается добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав Принадлежали России в отношении к латвийскому народу и земле. Конец цитаты. Таким образом, Латвийская Социалистическая Советская Республика прекратила свое существование. А ее глава Петр Стучка в это время уже давно был в Москве. Здесь он продолжал активную работу в бывших советских органах юстиции, он юрист по образованию. Здесь же он и умер в 1932 году. Его прах покоится в Кремлевской стене, а вот его вдова Дора умерла в Риге уже после Второй мировой в 1950 году и была похоронена на Рижском кладбище, названном в честь ее старшего брата, кладбищем Райниса. Но вернемся к Айварсу Клявису. В 78-80-х годах он заведующий одним из отделов Союза писателей Латвии. С 1987 он становится главным редактором журнала Аводс. Истоки лишь, точнее, родник. А в 1996 по 2003 он редактор газеты Фактс. Журнал Аводс начал издаваться в Латвии с января 1987 -го года на волне перестройки в двух языковых версиях – латышской и русской. В латышской под названием, собственно, «Авоц», в русской под названием «Родник». На страницах самого издания его тип и аудитория определялись следующим образом – Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал для молодежи на латышском и русском языках но читала его далеко не только молодежь. Издателем журнала был «Союз писателей Латвии». Русскоязычная версия журнала обрела огромную популярность и за пределами Латвии. Вообще говоря, в первые перестроечные годы именно балтийские, сначала самые издатовские, а потом уже и совершенно легальные, либеральные, радикальные, листки и газеты задавали тон неофициальной периодики. Например, номера еженедельной газеты «Отмода» Газета Народного фронта Латвии, первой латвийской независимой газеты, расхватывались прямо из рук, в самом прямом смысле этого слова, в моем родном городе, находящемся в тысячу километров от Риги. А подшивка номеров журнала «Родник» за 90-91 годы мне как-то попалась летом 92 года на журнальном столике одной весьма творческой интеллигентной семьи в Киеве. Думаю, во многом под влиянием успеха журнала «Родник», напомню, главным редактором которого был Айвар Клавис, в 90-м году в СССР стал выходить литературно-художественный журнал для подростков «Мы». Впрочем, создатели этого проекта при всей смелости замыслов с первого же номера заняли позицию патерналистского просвещенчества в стиле говорить с молодежью на их языке. Летом 90-го, когда подписчики и в их числе 15-летний я получили наконец долгожданный первый номер за 90-й год, такое отношение было уже более чем старомодным. Возможно, дело было в том, что учредителем издания был Советский детский фонд имени Ленина, что, очевидно, по определению предполагало некоторый инфантилизм читательской аудитории, что применительно к перестроечным подросткам было крайне глупо. Журнал «Авус», как и многие другие латвийские издания, печатался в Рижском доме печати. Однако 2 января 1991 -го года по приказу Горбачева, осознавшего, что он теряет власть, в дом печати врывается ОМОН, а спустя неделю уже в Литве, в Вильнюсе, происходят так называемые январские события, захват не только Вильнюсского дома печати, но и вильнюского телецентра. Эти события, во время которых погибло 15 человек и было ранено 900, описал Анатолий Приставкин в прекрасной книге «Тихая Балтия», латышский дневник. В 1995 году Клявис создает издательство «Ликумаварда», что переводится как «Именем закона», директором которого является последующие 8 лет. Перу Айварса Клявиса принадлежат книги «Лужки, украденные из кафе» 1976 года, «Облачно ожидается дождь» 80 го «Встреча в зеркале» 84 го «Большая повесть Эссаусу от Ацауктус» «Я зову, отзовитесь» 88-го. В русском переводе Жанны Эзит она опубликована в 90-м году в упомянутом журнале «Родник». «Мой дом» 89 -го года, цикл из четырех книг под общим названием «За воротами», роман «Приют иллюзий», 11 историй о мужчинах, похороны по предоплате 2020 -го года и многие другие. Среди них книги для детей, в том числе и сказка «Рингла из созвездия псов». Сегодня Айварс продолжает активно заниматься журналистикой, сотрудничая с газетой «Дина» и интернет-порталом lv.lv. Помимо коротких рассказов Артурса Снипса, Айварса Клявиса, Андрея Упица, уже представленных в цикле «Латышская литература», здесь появятся также Регина Эзера, Анна Бригадера, Рудольфс Блауманис, Александр Чакс, Жанис Грива, ну и, конечно же, Райнис, Аспазия, Вилис Лацис, Янис Яун Судрабинш, братья Каудзите и многие другие. Одним словом, Лайпни Лудзам. Добро пожаловать!